Приведение в порядок инфраструктуры, здания, стадионы, это все очень важно. Но не менее важно, конечно, то, что происходит непосредственно в школах, то, что касается самого образовательного процесса. Мои коллеги в Рижском самоуправлении очень активны. Вместе со мной мы все работаем как одна команда над тем, чтобы в следующем году вести, как и было обещано, программу дополнительных занятий на родном языке. И то, что мы видим сейчас, работая вместе с администрациями школ, с учителями, с родителями, с учащимися, программа будет запущена. И эта программа по меньшей мере поможет сохранить билингвальное образование и по меньшей мере поможет предотвратить весь тот ущерб, который реформы Шадурского могут нанести системе образования. Но при этом хотелось бы отметить, что главная наша задача заключается в том, чтобы просто реформу Шадурского отменить.